нотами и за роялем она с самого детства. Гюнай Ахмедова занимается музыкой с 3 лет. Девушка шутит, начала петь раньше, чем научилась говорить. Сейчас Гюнай – одна из лучших студенток-солисток в экономическом университете. Говорит, чтобы добиться такого результата, нужно не только заниматься с преподавателями каждый день, главное – быть собой. Талисманов у меня нет никаких, но моими приводятся как солнце и луна. И поэтому я думаю, что солнце и луна и днем, и ночью заряжают меня своей энергией и дают мне силы к новым свершениям. Свои творческие силы Гюнай направляет в музыку, участвует в различных конкурсах, говорит, их и не счесть. Один из последних – «Студвесна» авторы. Там песня девушки «Все перемешалось» стала лучшим авторским треком этого года. Готовиться к выступлению Гюнай помогали преподаватели в университете. Она очень большое внимание уделяет творчеству и очень много наград принесла не только нашему институту, но и вообще, я считаю, что и городу, и области в целом, потому что стать финалисткой «Универвидения» и победителем национального музыкального проекта «Студвесна авторы» – это дорогого стоит. Я вообще не ожидала, я просто стояла на сцене в шоке, и когда мои друзья рядом стояли, начали кричать: «Да, типа, ты выиграла!» Я еще не понимала, что происходит, что произошло, это реально сейчас ущипните меня. Вот. И на самом деле, приезжая на этот конкурс, я не ждала, у меня не было там цели победить, не ждала вот именно победы. Я даже не готовила речь. Когда меня уже наградили, я стою, у меня все перемешалось в голове, я просто в шоке. Сейчас у Гюнай нет и свободной минуты. Готовится ко всероссийской студенческой весне. Планирует и там стать победителем. Правда, пока не решила, с какой из авторских песен будет покорять жюри. Надежда Новикова, Анна Забалуева, Олег Буланов, Саратов, 24.